Детские поделки или музейные экспонаты. В Иванове открылась выставка «Арт-дизайн. Белая бумага». Десятки предметов созданы руками воспитанников детской художественной студии «Начало». Белоснежные листы ребята превратили в сказочных птиц, красавиц и солдат. Мы берем самые простые способы обработки бумаги. Вот бахрома, например, посмотрите, какая она разная. И длинненькая, и коротенькая, и фигурными ножницами. Используем еще самые тоже простые инструменты – дырокол. Дырочки делаем. Сгибаем самые обычные гармошки, которые каждый умеет делать. А потом из этого всего собираем, конструируем, добавляем что-то интересное. Все, что нужно для создания шедевра – несколько листов бумаги, клей-карандаш и степлер. Юные художники учатся работать с объемными формами, развивают фантазию и воображение. Педагоги студии отмечают, что прикладное творчество способствует улучшению мелкой моторики. Это не так легко, но это очень сложно. Это было хорошо и красиво. Это мне нравится работа. Работать здесь, в художественной школе. На занятиях мальчики и девочки сами решают, во что превратится бумажная заготовка. Преподаватели помогают укоротить непослушные уголки и сделать складки более ровными. Декорируют поделки изящными надрезами и завитками, цветные карандаши и краски под строгим запретом. Мне нравится больше белый стиль. Почему? Потому что там все классическое и отчетливо видится. Что отчетливо видно? Объемные детали, когда делаются объемные детали, они все видны. Умение создавать бумажные поделки пригодится тем, кто хочет в дальнейшем связать свою жизнь с творческой профессией. Прежде чем выпустить готовый продукт, модельеры и декораторы, как правило, делают бумажный макет. Надо взять бумагу, потом ее надо сложить. Я сначала сделала голову, а потом начала шею делать. Потом я сделала волосы, начала глаза и нос потом, а потом сделала губы. И кто у тебя в итоге получился? Дама. Познакомиться с творчеством воспитанников студии можно в Ивановском областном художественном музее. После закрытия выставки ребятам отдадут работы, чтобы те смогли разукрасить их по своему усмотрению. Но большинству все же нравится оригинальный цвет поделок – белый. Максим Серебряков, Денис Денисов, РТВ, Иваново.